Хотите заработать большие деньги с Мухтаром Аблязовым? Смотрите это видео до конца. Итак, заходим, разблокируем телефон. Дальше заходим в YouTube. Нажимаем поиск и выбираем, либо пишем Мухтар Аблязов. Мухтар Аблязов, Аблязов Лайв, YouTube канал. И заходим в фильм «Заработай большие деньги с Мухтаром Аблязовым». Нажимаем здесь еще и видим здесь описание к видео. Спускаемся ниже и видим здесь сайт ДВК. Нажимаем через Chrome. Заходим и видим здесь ссылку на фильм и 4 варианта инвестирования. Patreon, PayPal, криптовалюта и Telegram. Нам нужен Telegram. Нажимаем Telegram. Спускаемся ниже. И здесь вы можете увидеть адрес ссылки кошелька для перевода средств Tomcoin UK. И здесь ссылка прямо на Telegram кошелек. Нажимаем на нее и автоматически заходим в Telegram кошелек. Нажимаем начать. Выбираем открыть кошелек. У вас теперь создан свой личный кошелек. Я до этого пользовался, не обращаем внимания, у вас не будут таких балансов. И касательно обновите данные, я об этом тоже сообщу. Пополнить банковская карта. Выбираем Tomcoin. И как видите, здесь один Tomcoin стоит 2321 тенге. Минимальная сумма для участия в инвестиционном проекте Мухтара Аблязова составляет 10 тысяч тенге. Поэтому мы выбираем 5 тонкоинов. 5 тонкоинов, здесь как видите 12 692 тенге. Нажимаем купить. Перенаправляемся. Метод оплаты здесь банковская карта. Я просто сменю на новую, чтобы показать вам, как это все выглядит. Нажимаем банковская карта. Оплатить картой. Теперь дальше здесь мы пишем, как видите, номер карты. Здесь 16 цифр спереди вашей карты. И здесь срок годности вашей карты. И CVV это 3 цифры с обратной стороны вашей карточки. Здесь имя и фамилия, как написано на вашей карточке. Так, теперь дальше я буду вводить свои личные данные. А вы свои до этого. Плюс хотел вас предупредить о том, что при покупке тон через интернет, через Telegram, вам могут позвонить из банка менеджер, либо автобот, чтобы вы подтвердили, чтобы убедиться в том, что это вы сделали покупку. Необходимо им ответить и подтвердить, что это вы сделали покупку. И вам необходимо установить месячный лимит на переводы средств через интернет. Вы можете выбрать лимит в размере 100 тысяч, 500 тысяч или 1 000 000 тенге. В пределах установленного этого лимита вы сможете осуществлять переводы. Если лимит не установлен, вы не сможете проводить платежи через интернет. И лимит можно установить в разделе «Мой дом» вашего банка. Теперь необходимо нажать «Оплатить», ждем. После этого на ваш кошелек придет код с доступом, необходимо будет ее ввести. А здесь это не показано, потому что эта функция будет только в Казахстане. Вот, ваш кошелек успешно пополнен. Отлично. Так, теперь нажимаем назад и ждем уведомления о том, что вы получили тонкоины. Вот пришло уведомление о том, что вы получили 5 тонкоинов. Это вы пополнили свой личный кошелек. Теперь, а касательно вот обновите данные. Обновите данные – это личную информацию до конца апреля. Это пройти верификацию, чтобы Telegram знал, что это ваш личный кошелек, что этим пользуется реальный человек. Но пока я проходить это не буду. Сначала, для того, чтобы принять участие в инвестиционном проекте Мухтара Аблязова, вот необходимо скопировать адрес Tomcoin. Заходим обратно на сайт, нажимаем на UKA и 9PZ, который заканчивается, нажимаем «Выделяем». Теперь нажимаем «Скопировать». Скопировано. Обратно заходим в Telegram, нажимаем
кошелек, посмотреть баланс. Нажимаем отправить. Внешний кошелек. Тонкоин. И нажимаем здесь вставить. После этого выбираем вот наш кошелек. Далее. И смотрим, сколько тут у нас баланса. Сколько тут у нас тонкоинов на балансе. У меня есть 5 немножко с лишними, поэтому я могу отправить целых 5 тонов. Нажимаю далее. Проверяю, все ли в порядке. UKA и 9PZ. Все верно. Теперь нажимаю подтвердить и отправить. Тон уже в пути. Все, готово. Отлично. Нажимаем готово. Теперь ждем уведомления о том, что мы завершили транзакцию. И сумма 5 тонкоинов была отправлена на внешний кошелек. Вот пришло уведомление. Обработка транзакции завершена. Сумма 5 тонов отправлена на адрес UKA9PZ. Вот, отлично. Все верно. Теперь нажимаем поиск. И пишем Облязов МК-10. Проверяем. Облязов МК-10. Все правильно. Теперь пишем «Здравствуйте». Обратно заходим в кошелек. Нажимаем «Переслать Мухтар Облязов». Все, мы успели на коэффициент 100. Дорогие друзья, подписывайтесь на каналы Облязов Лайв, Мухтар Облязов, да и в других каналах, телеграм-каналы, ютуб-каналы. И не пропустите шанс разбогатеть, свергнув режим. Алга, Казахстан.